Нами разработан новый биполярный электрохирургический инструмент на основе кристаллического диоксида циркония. По прочности материал сравним с алмазом и обладает полным отсутствием адгезии к белкам ткани. К числу такого инструмента относятся биполярные электрохирургические ножницы с режущими вставками из этого материала диоксида циркония. Эта продукция распространена в Европе уже несколько лет, но на основе диоксида циркония это первое изделие, которое сейчас патентуется нашей компанией.